Лещина. Ну, вы в чате шутите? Вот для чего мне нужен второй монитор, вот для этого. Мне нужен для этого второй монитор, Гая, чтобы это прочитать все, чтобы ну, не пропустить ничего. О, вижу его! Да, я! У меня еще Мишка тут лежит, кстати. Это долбоебыч. Узнали? По памяти Twitch разбанили, ну отлично. Ну, интересно. Ну, мне, ну, мало волнует. Даже проверять не буду. Тирофлы про Twitch. Какая мне вообще разница? Как даже если кто-то разбанил, они обе забанили. Какая разница? Охуенно сейчас поживился. Мишка был супер свежий. Реально плюс морали. Чай, как обычно, супер вкусный. Но балансу похуй. Кусь. Возможно ли быть одновременно на сверхразумичах, но при этом на сверхдауничах тоже? На папичах. Как называется вожак у лошадей в табуне? Как это называется? Так и называется, или нет? Какое-то другое слово, наверное. Типа жеребец какой-то главный. Босс, за которым они все бегают. Что-то вы, блядь... Я нихуя не заразумев. Сап, третий что означает слово «биден», которое ты третий. Произносишь порой. БТВ, если есть желание, это рофл, рап, какая-то хуйня для... Макс. Удачного стрима и заноса. Какая-то хуйня для мытья. Я не знаю, что моют жопу или что, я не знаю. Мне когда-то давно, не знаю, спрашивали, что это такое. Я говорю, я не знаю. Потом я на стриме загуглил, там, в 2016-м или что. Думаю, что это? Что это рофл или что? Когда в Хогвартс? Через час на трово. Как у тебя появилось желание и решение играть в Казики? Я играл на свои средства на некоторых стримах. Мне предложили стримить Казики. Как мне появилось желание, я всю жизнь играю в азартные игры, вообще всю жизнь. Я всегда, абсолютно всю жизнь делал какие-то азартные темы. В детстве эти кости игральные, то есть кубики, да, там со школы, с первого класса. А потом, когда мне было лет уже там 10, 11, 12, ну где-то вот там с 10, 11, ну так, там в те времена мало, где-то больше вот с 12-13 лет по 16 по КД в залах игровых автоматов. Потом покер онлайн, там с 16 по где-то по 22-23. Потом я уже забыл, потом тоже какие-то там онлайн-казино и прочее. Сейчас последние два года ставлю на UFC. По КД, ну как по КД, ну типа часто, реально часто. Как минимум каждые две недели, а то и чаще. А последние полгода или больше играю даже без стрима в казино, зачем-то. Это реально плохая идея. Я бывает без стрима начинаю проигрывать, типа начинаю там с мелочи, начинаю там, ну, там 200 баксов, там 300 баксов. Потом начинаю проигрывать и начинаю пытаться отыграться и закидываю какие-то уже, ну, депозиты колоссальные там. Ну, типа, закинуть 1500, купить бонуску в Риме, проебать. Потом закинуть, блядь, 3000, купить бонуску в гейше. Камбэкнуть, ура! Отыгрался! То есть, ну, закидываешь все больше и больше, чтобы отыграться. Это рано или поздно ужасно закончится. Типа, очень плохо. Ну, пока это делаю, потому что, я же говорю, я рассказывал, я без стрима вот так вот делал. И потом я как-то вот отыгрывался. Бонуску в Риме купил за 1500. И она дала так много, что я даже не думал, что такое возможно вообще в теории. Поэтому я пока, ну... оптимистичен, что ли. Хотя понимаю, что глупо. То есть реально не было ни разу даже у меня периода в жизни, чтобы я не играл в азартные игры. Такого периода у меня даже никогда не бывало. Я даже не могу вспомнить. Я не могу вспомнить ни одного года, блять, сознательной жизни, чтобы я не играл в азартные игры. Ни одного года. Реально, 6 лет по сейчас, ни одного года не было. Чтобы я вообще не играл в азартные игры, такого вообще не было никогда, блять. Это, ну, такого не было никогда. Это какое-то приятное чувство, как наеб системы какой-то, то, что, ну, очевидно, ну, казино должно быть всегда в плюсе. Так все устроено, и это не скрывается. Да, но я играю всю жизнь, мне нормально. Я не проигрываю ничего, не, ну, типа там, нет вообще никаких проблем, никаких из-за этого ничего, ни долгов там. Просто играю и... Ну, короче, пиздец, когда можно в свое удовольствие поиграть. И при этом выиграть и покайфовать. Ну, даже меня заносит иногда, это даже видно на этих стримах. Ну, вот. Ну, типа, бывало, я там выигрывал на стриме уже много, мог остановиться, но продолжал. А бывает наоборот, как на прошлом стриме, когда надо до конца идти, а ты боишься и не идешь до конца, и в итоге выигрываешь очень мало. А мог выиграть очень много. Вот на прошлом стриме мог выиграть 40 тысяч, а выиграл 7. Это, блин, ну это пиздец интересно на самом деле, находить баланс, контролировать рандом и себя. И умирать внутри, когда не получилось. Всегда может супер не вести, прям настолько сильно не вести, что даже, блядь, поверить невозможно, пока это не начнет происходить. Дело в том, что как-то нужно избегать таких моментов, продолжать именно заливать все больше и больше и больше, когда тебе не везет. Продолжать заливать миллиарды, триллиарды, а тебе не везет, и ты продолжаешь миллиарды заливать. Короче, не представляю, как можно жить без азартных игр. Азартные игры — это как ускоренная жизнь. По сути. Типа в разы ускоренная. Если представишь, что твой баланс — это жизнь, да?
Это прям такая в разы ускоренная жизнь. И по сути то, что происходит, оно идентично, ну, типа, многим событиям, происходящим в жизни. Мало у кого удается постоянно там, да, вот, типа, постоянно там побеждать везде. В основном зачастую ты просто крутишь, да, или там ничего особо не происходит, просто прикольно. А потом ты начинаешь проигрывать, да, типа, хуёво. Такое часто. А когда выиграешь, охуенно. Типа, параллели легко так проводить, на самом деле. Так же самое ИРЛ. Те, что получается, нужно грамотно капитализировать на этом, на хороших моментах, и не проебывать их, правильно, да? То есть это, ну, опять же, аналог с балансом в казике. Если получил большой баланс, нужно его не проебать, нужно его по-любому как-то вывести, сохранить. То есть, ну, если ты выиграл, то ты должен остаться победителем. Вот такая вот, скажем так, типичная игра в казино. Вот что-то вот крутишь-крутишь, проигрываешь, не можешь ничего большого выиграть, не можешь бонуску поймать. Если так задуматься, то жизнь типичного человека. Типа типичный, допустим, работяга всю жизнь пытается что-то заработать. Как бы там постепенно, ну, что-то получается местами, но ничего серьезного, да. Но постепенно жизнь уходит, ну, то есть баланс, и все. Да вот сейчас буквально типичная жизнь, по сути, ну, обычного чела. Что-то пытаешься, но нихуя не выигрывается, ну и все. И баланс закончился. Да, если не. Это типичная, ну, жизнь джекпот, работяги, ладно. То типичная жизнь выкидыш — это буста. Ну, а наверное, блять. Да, кап-кап-кап-кап-кап, и все. Нихуя не получилось. Не, мне вообще в целом игра в казино. Но в слотах нам показывается лучше, да. Когда ты постепенно баланс проигрываешь, никак не можешь выиграть. Потому что, в принципе, шансы против тебя. Так, наверное, и должно быть. Ну, так же самое, как ИРЛ, опять же. Очередная аналогия. Ну, если так задуматься, опять же, ИРЛ, ну, против тебя намного больше. В целом, да, потому что, ну, типа, сколько там у игрока шансов выиграть? Там обычно, там, допустим, от 45% до 49%. А ИРЛ, сколько у человека шансов выиграть? Сколько? От 0,01%, блядь, до 0,5%. Так что, тут получается проще выиграть. Правда, дело в том, что достаточно выиграть, вот это уже сложно. Вы видели, там аватарка была, будто бы я сигаретой. Такого не было никогда, это какой-то фотошоп. Там аватарка, блядь, как там, это пиздец. Где ты эту картинку видел? Я там зажигалкой и сигаретой, чё за пиздец. Нахуя вообще такое делать? Кто-то может подумать, что я курил на стриме или курю вообще? Ну, не то, что мне неплохо, что кто-то подумает, но это как дезинформация. Такая аватарка. Типа, блядь, что это значит вообще? Почему? Какой-то только хуйни не сделают. DNS чат не читает, а нахуя его читать? Вдруг повезет. Или вдруг там сейчас девка какая-то ведущая неплохая? Нет, конечно же. Очередной, блядь, упырь. Че с ним вообще? Пухлич. Добрый вечер. От имени работяг мы просим вас о величайшей. Обновленный гайд на индивидуалок. Каких индивидуалок, блядь? Хорошего стрима. Блядь, ты что, тупые или что? Это сейчас говорю, что мне это неинтересно, что я этим, ну, не занимаюсь. Каких индивидуалок? С ними не общаюсь, блядь. Смотри, ну, гугли фотку, которую тебе скидывают, чтобы это было не наеб. Ну, а фотки гуглить, которые скидывают. Или там запущенные, я не знаю. И очевидно, никогда нельзя наперед ничего платить никому. Потому что наперед платить — это всегда скам. 99%, даже больше, наверное. Поднимаем ставку, Гозен заносить. О, наконец-то девка. Thank you so much. Кстати, далеко не лучшая девка пришла. Ну, из тех, которые тут есть. Да, это далеко не... Там намного лучше есть. Это, ну... Это... Пять? 3-3, 3-6. О, пауэрапыч. Чик, блядь, дауны ёбаные. Педики тупые со своими рофлами. Ну реально, педики. Поварапы работают только на 1.2. Это вообще странно. А мне нужно вообще играть чисто 1x и бумобаст, и все. На самом деле, ну типа эти бонуски хреновые. Реально, мы без стоя поиграем бумсити, чисто бумобаст и 1x. Плюс я буду злиться, когда будет бонуска. Я должен буду ждать бонуску, и я вне игры. Знаете, чисто вот это вот nice, very nice, impressive, блять, когда Патрик Бейтман оценивает карточку. Busted! Она говорит, red is the color of love, но при этом red также color of danger. Ха, неожиданно? Или ожиданно? Hey there, sweetheart! И опять рофл. Шутка! Смех! Ну, вы в чате шутите?
Вот для чего мне нужен второй монитор, вот для этого. Мне нужен для этого второй монитор, чтобы это прочитать все, чтобы ну, не пропустить ничего. Дай манки, блядь. Бля, это трофул про дай манки, конечно. Но он неплохой. Причем, мне кажется, он жизненный, такое возможно в теории. Пута! Через собачку. Да ничего. Ты задумывался серьезно о покупке гав-гавыча. Одни плюсы для тебя. Я не хочу. Два пробежки или прогулки каждый день. Не сможешь лениться, плюс постоянные рофлы дома. Прям смешно. Не умеет разговаривать, и подвал останется в секрете. Подвал. Подвал в квартире. Шутка, смех, юмор. Вот он юмор настоящий. Прощавайте, люби глядачи.